К предстоящей зиме, какой бы она ни была, снежной или по-осеннему теплой, уже готовы коммунальные предприятия города. Ежедневно Десногорск убирает техника службы благоустройства. Эти же машины вступят в бой и со снежной стихией. В автопарке 18 единиц, в том числе и 3 новинки этого лета. Вот еще одна новая единица. Джимми. Значит, этот трактор мы используем для очистки пешеходных зон. Так же самое, у нее есть лопата для уборки снега, щетка, ротор стоит. С техникой, проверенной годами, исправной и готовой к работе, выполняет свою функцию и МУП ККП. В ведении компании – уборка придомовой территории. В зимний период на службу выходят тракторы с навесным оборудованием, отвалами и пескоразбрасывателями. По специально разработанным маршрутным картам, которые у нас имеются, значит, трактористы выезжают в микрорайоны и по данным маршрутам они убирают снег. Где техника неэффективна, приходят сотрудники с лопатами, ледорубами и скребками. В помощь им уже завезена песко-соляная смесь. Средство расфасовано по микрорайонам и уже применяется при утренней уборке города. Ну, по крайней мере, к 7 часам уже работа полным ходом идет. То есть я обзваниваю, например, подчиненный мне персонал. Вот. И вот прошлый гололед мы начали с 7 часов уже активно посыпку территории. Проверку своих сил успешно прошли и в САЭС «Сервис». В недавний снегопад были задействованы 3 трактора и полный штат сотрудников. Сейчас же с наступлением оттепели остатки противогололедной смеси удаляются со дворов, а также очищаются ливневки. Внимание безопасности горожан здесь уделяется не только на тротуаре. В случае, если есть возможность у нас образования сосулек и схода снега с крыш, с кровли, с балконных козырьков, мы принимаем меры, предотвращающие травмирование людей. То есть устанавливаем сигнальные ленты со знаками безопасности. К зимнему времени года можно относиться по-разному. Кому-то зима нравится, а кому-то нет. Но сделать ее комфортнее точно могут сотрудники коммунальных служб. И к этой задаче они, кажется, готовы.